Пешеходные дорожки, качели, рельсы и даже сухой фонтан в Инзе приведут в порядок центральную улицу Тухачевского. Город стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Итоги подвели в Нижнем Новгороде на форуме «Среда для жизни». В этом году мы впервые объединили форум «Среда для жизни» и конкурс малых исторических городов. Думаем, что и в дальнейшем мы такую форму будем выбирать для того, чтобы в комплексе обеспечивать участие целой территории. Улица Тухачевского – самое многолюдное место в городе. Здесь находятся авто и железнодорожный вокзал, ЗАГС, рынок, кинотеатр, магазины. На благоустройство в следующем году Минстрой России направит федеральный грант в размере 50 миллионов рублей. На данной улице Тухачевская расположено огромное количество у нас разного рода объектов. Это как социальных, бизнеса, культурных и так далее. Поэтому она обязательно, это было, конечно же, голосование. Мы неоднократно собирали жителей, бизнес собирали, соответственно, рассматривали для того, чтобы всем было удобно. Для архитекторов, разрабатывающих проект, самое главное было не разрушить уже созданное и упорядочить функциональные зоны. Поэтому в проекте сделать улицу и объекты в едином стиле, добавить света, площадок для отдыха всех возрастов. Мы в этот проект закладываем тенденции на будущее, чтобы эта территория дальше развивалась и продолжали благоустраиваться и прилегающие улицы, которые находятся рядом. Ну и, соответственно, вся Инза продолжала, благодаря вот этому толчку, который будет дан на главной улице, весь город продолжит и в дальнейшем развиваться. Инза побеждает во всероссийском конкурсе уже во второй раз. При поддержке федерального центра обновили парк имени Горького. А в этом году в Ульяновской области реализуют сразу три проекта благоустройства, которые были признаны победителями. В Барыше – это центр города, в Корсуне – центральная площадь и парк, а в Сурском – торгово-ярмарочная площадь. Анна Тищенко, Улправда ТВ.